Мене звати Марія. Мене звати Богдан. Мене звати Настя. А я Катя. Сєва. Мене звати Олексій. На цих роздачах відчувалося, що це щось дуже глибоке, і це більше не про допомогу, хоча, звісно, вона теж є і вона дуже суттєва. Це перш за все про дружбу. Я тут познайомилася з безліч чудових людей. Так, ми проявляємо свою доброту, свою заботу, наскільки в нас виходить. І тим самим ми даємо людям шанс, можливість увидіти, як би, то, що не весь мир такий враждебний, якщо хтось його таким вважає. Меня зовут Ваня. Алексей. Митя. Меня зовут Саша Пузачук. Тут у меня много друзей. Я жду вас каждое воскресенье, чтобы прийти сюда, пообщаться с друзьями, пообщаться с бездомными, которые у меня тоже как друзья. Мне очень нравится. Я переживала, что не найду с кем поговорить, и как-то будет неловко сначала, но этого не произошло. My name is Sam. Меня зовут Марта. Царяна. Аня. Я хожу полтора года. С самого начала. Ну, почти. Sitting with them and teaching them English. I'm dancing with them, singing with them. Yeah, everything I like. Тут весело. Английский здесь хорошо учат. Тут весело, тут можно чем-то заняться, а не просто дома сидеть. А Катя, Саша, Дашаш, ну вообще, все друзья. Мы тут все одна большая дружная семья. Все, кто участвует, и даже те, кто не знает друг друга, уже друзья. Ми обговорюємо наш досвід постійно. Це дуже важливо, і це, власне, те, що навчило мене висловлювати свої думки, свої почуття, що насправді надзвичайно важливо. Мені подобається тут рисувати, те, що багато подвіжних ігор. Мы можем даже на улицу пойти и поиграть там. Мне больше всего нравится в раздаче это то, что мы вот с друзьями, как бы, помимо того, что делаем для бездомных покушать, попить, типа, мы, ну, еще и общаемся, знакомимся с новыми людьми. Еще когда мне было 4-5 лет, первый раз родители водили на раздачу. Мне нравилось, я ходил годами туда. Я бы хотел свою жизнь посвятить это общение, потому что я в ней родился.